На восточном побережье Испании бушуют лесные пожары. Власти эвакуировали более 1000 местных жителей и туристов. Возгорания возникли в 3 разных местах в Валенсии. Пламя уничтожило несколько десятков домов и автомобилей. На борьбу с огнем прибыли пожарные самолеты и армейские подразделения. Однако операцию осложняет сухая жаркая погода и сильный ветер. Власти считают, что причиной бедствия стал умышленный поджог. Серьезных угроз здоровью не было. Мы вывозили людей, которые шли по улицам с чемоданами, убегая от огня. Эвакуация продолжается до сих пор. Но что касается пострадавших, был только один человек, надышавшийся дыма, и все.